отпрыгиваем на правую ногу, вместе с этим подтягивая левую к ней. Пам. Делаем это движение два раза. Раз, два. Вместе с этим у нас работают плечи. Каждый раз, когда мы напрыгиваем на правую ногу, у нас правое плечо поднимается вверх, левое опускается вниз. Семь, восемь. Раз, два. Хорошо. После этого у нас левое колено бьет два раза в левую сторону. Раз, два. Рука у нас работает, она опускается вниз и поднимается наверх. Отлично, еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. То же самое делаем в левую сторону. Напрыгиваем на левую ногу, поднимаем плечо и еще раз. Бьем правой ногой в правую сторону и указываем пальцем вперед. Отлично, еще раз. Семь, восемь. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. После этого мы подставляем левую ногу вперед и вместе с этим немного садимся. Правая рука идет ко рту и отходит от него медленно, на два счета. То есть это будет раз, два. После этого мы встаем, выпрямляемся, правая рука идет к левому плечу и что-то встряхивает. В это время мы корпус заносим назад. На второй счет мы опускаем таз вниз. Еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Отлично. После этого, как у нас работают ноги? У нас левая нога была впереди, она делает небольшой круг и бьет коленом в центр. Затем мы меняем ноги, также через круг, и правое колено бьет в центр. Руки у нас зафиксированы сверху, вот в таком положении. То есть движение будет раз и два. После этого движения у нас идет поворот. Мы поднимаем левую ногу, ставим ее за правую, и правую ногу доводим до левой. Она стоит немного спереди левой. После этого у нас идет движение, ноги делают. Шагаем левой ногой вперед, подставили обратно. Пам-пам, пам-пам. То есть мы два раза толкнулись левой ногой. Руки у нас вот в таком положении, мы развернуты в правую сторону, и они выводятся сюда. И мы делаем раз, руки идут в диагональ, два, три, четыре. Окей, еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. После этого мы возвращаем ногу обратно, шагает правая нога вперед. И в это время руки у нас идут в замах через круг. Мы делали раз, два, три. Дальше. Мы возвращаем ногу, ставим левую ногу опять вперед. Руки у нас находятся также в диагонали. Потом мы разворачиваемся спиной к зрителю, и руки встают прямо. Еще раз это движение. Семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре. После этого у нас идет движение. Мы на пятке правой прокручиваемся и затем подставляем назад левую ногу. Раз, два, три, четыре. Первое это движение идет затянутым. Правая рука у нас находится вот в таком положении. Отсюда мы делаем раз, два. После этого мы делаем два таких же быстрых движения. Три и четыре и. Отлично. Еще раз. Семь, восемь. Раз и два и. Три и четыре и. Пять, шесть, семь и восемь и. Отлично. Отсюда у нас руки делают. Выводится рука в диагональ, проворачивается и возвращается на место. Нога правая делает то же самое. Пам, па-бам. Правая нога. Она сгибается и выворачивается, выпрямляется. То есть мы ее согнули, мы были развернуты в диагональ левую. Мы разворачиваем себя и выпрямляем ногу. Совмещаем это с руками. Пам, пам. Отлично. После этого мы сделали раз, два. Дальше. Мы прыгаем, ставим ноги в крест и руки идут в хлопок наверху. Еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три. После этого мы распрыгиваемся на широкие ноги, руки сбрасываются вниз. Дальше мы спрыгиваемся, ноги идут в то же положение, правая рука идет к плечу. Еще раз, семь, восемь, раз, два,
4, 5. После этого мы обратно распрыгиваемся на 6. Дальше. Руки у нас работают. 1, 2. То есть у нас поднимаются локти и кулаки бьют вниз. Ноги в это время. Шаг на правую, шаг на левую. Отлично. Еще раз соединяем это движение. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Дальше. Ноги у нас идут быстрее переступы ногами. У нас правая нога идет вперед, левая идет назад, в крест за ней. Правая нога подставляется к левой. Далее левая нога шагает вперед, правая идет в крест. Снова шагаем на левую ногу и подставляем правую к ней. Еще раз. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. После этого мы распрыгиваемся на широкие ноги и стоим 3 счета. На 4 счет, на 8 руки у нас идут вот в такое положение. Мы запястьем упираемся в талию, правая рука идет к правому плечу. Далее идет движение припева. Ноги у нас делают пам, 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 пам. То есть мы напрыгиваем на левую ногу, на правую. Затем идем вниз также на левую, на правую. Руки у нас делают 1, 2, 3, 4. В это время у нас работает голова. Мы бьем головой в левую сторону. 1, 2, 3, 4. Совмещаем это с руками. 1, 2, 3, 4. То есть каждый раз, когда мы касаемся какого-либо плеча, у нас голова бьет в левую сторону. Совмещаем это с ногами. 1, 2, 3, 4. Отлично. После этого движения мы закончили вот здесь. Мы спрыгиваем на левую ногу и бьем правой ногой в сторону. Колено правое у нас смотрит внутрь. То есть мы делаем, были здесь 1, 2. Руки. Они находятся вот в таком положении, корпус немного наклонен вперед. И в это время у нас работают плечи. То есть когда мы ставим правую ногу, у нас правое плечо бьет в центр. Когда мы ударили правой ногой в сторону, мы делаем то же самое движение в другую сторону. Мы спрыгиваем на правую ногу и бьем левой ногой. То же самое происходит с плечами. То есть мы делаем 1, 2. Еще раз это движение. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Отлично. Соединяем это с первым движением. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После этого левая нога у нас идет к правой руке. Мы дотрагиваемся до стопы и ставим ногу назад. Рука левая уходит вот в такое же опять положение. Мы делаем и пам. Дальше. Мы правой рукой убираем ее в левую диагональ и резко проводим в правую диагональ. Вместе с этим работает правая стопа. Пам. То есть она была вот в таком положении, мы переводим пятку в правую сторону. Еще раз. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. После этого движения мы через круг выводим левую ногу вперед. Вместе с этим руки у нас идут по корпусу вниз. Главное, чтобы локти смотрели в стороны. Еще раз. Пам, пам. Увели ногу. 1, 2. Отлично. После этого движения мы пришли сюда. Ноги у нас работают. 1, 2. То есть мы 2 раза просто присели. Руки у нас работают. Левая идет немного сзади, правая идет спереди. И мы делаем пам, пам, будто что-то подтягиваем. Затем мы меняем ноги, переставляем правую вперед и делаем то же самое движение 1 раз. Еще раз. Мы увели ногу. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. После этого мы опять спрыгиваем на широкие ноги. Вес у нас идет на правую ногу. Руки у нас идут вот в таком положении. Мы отворачиваем голову в правую сторону, затем рукой ее поворачиваем, спрыгиваем на широкие ноги, опять же, руки у нас идут в крестном положении, и далее мы просто двигаем немного плечами и переносим вес на левую ногу. Па-ба-ба. Отлично. Теперь соединяем всю вторую часть по счету. 7, 8. 1, 2, 3, 4,
5, и 6, и 7, и 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и 7, 8. Отлично, соединяем всю связку в отсчет. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, и восемь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть.